В арт-галерее Fusion открылась персональная выставка Александра Арта «Артология». Александр Арт – фотограф, художник, видеограф, драматург и писатель. Представил ретроспективу своих работ за последние 4 года. Добрый вечер, дорогие друзья! И я очень рада вновь вас приветствовать в арт-галерее Fusion. Сегодня я хочу представить вам художника Александра Арта. Он сегодня у нас в гостях, доступен. Творчество этого художника близко по концепции с нашей галереей. Что объединяет работы, представленные на выставке? Работы на этой выставке объединяют галерею и само ее название – Fusion. Fusion переводится с английского как «сплав». И когда я услышал это название, мне захотелось сплавить в одном пространстве свои картины, свои фотографии, свой видеоарт. Я думаю, у меня это получилось. Александр Арт представлен у них в галерее Fusion. Он по своей концептуальной основе в этой выставке и в своем манифесте он пишет, что нужно преодолевать ассоциации, которые у нас возникают при рассмотрении тех или иных работ. Выбор точки зрения, он вообще важен в искусстве. С какой точки вы смотрите и насколько высветлена эта точка. То есть художник нас не столько уводит в пределы собственного видения какой-то ситуации, сколько хочет, чтобы мы оттуда вошли в себя и нашли в свою вселенную. Он настаивает на том, что каждый из нас, и это проходит красной линией в его манифесте, что каждый из нас это своего рода тоже вселенная, тоже сотворенная Богом. Природа искусства, она настолько вариабельна и настолько она всемирна, что бы мы ни пытались выразить, все восходит к Творцу, все восходит к первоосновам Вселенной. Выставка это парадоксально тем, что, как говорится, в искусстве можно прибавить тем, что отнимешь. Вот он отнимает по своей концепции, вложенной сюда, в этот вернисаж, он отнимает у нас желание ассоциировать, тем не менее заменяет этим всецелым восприятием произведения искусства. Каждый художник имеет право на свой взгляд на мир. Мы поздравляем его с его открытиями, ведь каждый камень в основу положенной пирамиды искусства, он и выражает те грани своего таланта, которые даны только этому художнику и только ему свойственны, с ними мы их поздравляем.